Радио «Мейдан» возвращается в эфир. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предоставил радио «Мейдан» частоту 90,8 для вещания в Геническом районе. Частоту для радиовещания также получило агентство «Крымских новостей» для создающегося радио «Хаят». Они будут транслировать в Херсонской области на частоте 103,5. Более года назад, после аннексии Крыма, радио «Мейдан» прекратило свое вещание, не получив лицензию Роскомнадзора. Сейчас редакция находится в Киеве. Хто за те, щоб визнати переможцем конкурсу ТОВ ТК «Атлант СВ Радіо Майдан» та видати ліцензію на мовлення, прошу голосувати. Хто за? Радію, що з'явилося радіо «Хаят», що більше стало. Дай Боже, вони дружать. І я дивлюся, що надалі в конкурсі Майдану немає, щоб врівноважити, щоб кримські татари мали можливість там, хто хоче, послухати радіо «Хаят», хто хоче послухати радіо «Майдан», для того, щоб отак вирівноважити, і, звичайно, враховуючи там листи підтримки, клопотання Чубарова і, можливо, і тиск. Большой праздник для всех крымских татар, и не только крымских татар, потому что это радио уникально. Вещало 10 лет в автономной республике Крым. Сейчас так сложилась жизнь, мы будем вещать с материковой Украины. Радио «Мейдан» — это уникальное радио, где собрана уникальная автентичная музыка, которая создавалась до 20 века и по сегодняшний день. Это основная площадка для всех деятелей культуры, для творческой интеллигенции. Поэтому мы готовим очень большие масштабные мероприятия. Мы готовим новые программы, сейчас готовим пилоты. Это будет на крымско-татарском, украинском и русском языках.